Президент Эммануэль Макрон и бывший министр юстиции Робер Бадентер посетили торжественную церемонию в Пантеоне по случаю 40-летней годовщины отмены смертной казни во Франции. Бадентер сыграл важную роль в подписании этого закона. Президент отметил, что в планах Франции в качестве будущей страны-председателя Евросоюза способствовать возобновлению борьбы за всеобщую отмену смертной казни. В рамках председательства в Европейском Союзе в Париже совместно с НПО «Вместе против смертной казни» мы организуем встречу на высшем уровне, объединяющую гражданские общества из стран, которые по-прежнему применяют смертную казнь или мораторий на нее, чтобы убедить их лидеров в важности и безотлагательности ее отмены. 10 октября отмечается Всемирный день борьбы со смертной казнью. Высшая мера наказания все еще действует в 22 странах, в том числе в США, Беларуси, Китае и Японии. Согласно данным Amnesty International, в 2020 году в мире были казнены 483 человека.